вот парадоксы, как собираются пчелы в клуб. И потом бывает падеж пчел. Значит, сколько здесь? 7 рамок, да? Значит, вот на этой рамке между последней и предпоследней пчел нету. Не знаю, не видно, наверное. Солнце забивает. Вот так вот. Вот, пчел нету. Значит, зато на крайней рамке, вот с этой стороны, видите, клуб и приличный. Пчел, а это не годится. Если я сейчас вот эту рамку крайнюю переставлю сюда, значит, уже сколько раз наблюдал, они могут переместиться за эту рамку и опять вылезти на другую сторону. Поэтому переставлять, ну, просто бессмысленно. Хотя, наверное, все-таки с какой стороны литок? Литок вот с той стороны, на ту сторону, на которую они вылезли. Вот сюда вот литок. И пчел много, поэтому я сейчас вот эту рамку возьму, полномедная рамка, поставлю вот сюда вот. Вот. А вот сюда засуну заставную. А, принес заставную? Значит, чтобы им уже не было куда, даже если вылезут на эту сторону, то гарантированно перезимовали. Вот такие ситуации еще бывают. Поэтому я всегда после сборки гнезд, когда уже первые морозцы придавят, вот, делаю ревизию и немножко подправляю те семьи, где, ну, неправильно они сели в клуб.